Всем привет, уважаемые дамы и господа, с вами Виги. Ну что ж, мы продолжаем играть в Готику 4. Нет, это не Господь Бог ко мне спустился, мы находимся на локации Туушу. Болото, да, болото. Какая же тут красотень, вот там какая-то башенка. Наверное, когда-нибудь мы к ней зайдем. Знаете что, в комментах вы так и не написали мне, где находится данный квест, но я заметил, мы еще вот эту вот локацию не обследовали. Давайте начнем с нее. Ну что ж, в прошлый раз мы неплохо так позабавились в этой подземельной пещере. Я не знаю, что тут вообще было, но скелетонов там было миллион. У нас миллион золота, у нас миллион оружия. То есть нам нужно найти эти гребаные яйца, этих ящеров. И у нас все будет окей. Опа, блин, я чуть не обосрался. Заткнись, тварь! Чё ты такая громкая? Пошла под землю, так, вырубку. Ага, косая ты немножко. Давай, опа, на мне ящерки, ящерки, Зак, ты получишь, и ты получишь. Не-не-не-не-не-не, не надо меня кусать. Так, вот знаете, каждую серию у меня постоянно пушка дрожит в самом начале видео, я не знаю почему. Так, минус один, ты будешь делать чардж. Нет-нет-нет, не надо, не надо, не надо. Ау, грёбаные твари. Грёбаные, как тебе? Как? Уклон. Артехват. Да гори ты уже, ради бога. Так, ладно, давайте-ка сюда свои шкуры. Что тут у нас? 0, 0, 0. Да, хп у нас, хп достаточно. Ну что ж, пойдем дальше по развитию. Наверное, я не знаю. Неужели так сложно найти гребаные 6 яиц? Так, а там мы были. Оу, Человек-паук. По воде, ага, отлично, не засосало. Давайте лучше по тропинке будем ходить, зачем нам наши латы в зеленой тине топить. Опять этот огонь. Хм, ладно, придется вот тут пойти. Оп, жив, цел, орел, нормально, идем. Интересно, туда можно залезть? Ладно, мы это потом узнаем. Так, вот мы уже, в принципе, возле нашего дерева, но нам туда пока не... Ах, слава яйцам. Я уже вижу отсюда квест. Надеюсь, это то, что мне надо. Сейчас только паутиночку мы заберем. Я не знаю, зачем она, но... Если ее можно взять, то почему бы и нет? Еще... Так. Жабоящеры, да, твою мать? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ребят, ребят, не ребята. Вы давайте сгорайте потихоньку. Блин, больно. Уклон. Уклон. Так, минус один. Уклон. Блин, все равно не попадают, но не такие же, в принципе, сильные. Это я немножечко качнулся. Еще просто... Да, бинты, бинты, бинты. Угу, охраняет. Давайте я прям в жбанчик. Оп, 178. Оп, соточка, соточка в яичке. Так, оп, хедшот, 136 слабо. Но... Минус один. Еще идут, еще идут. Надо чал. Ух ты, какие они опасные. Сальто назад. Ну, ты сэвэйдишься, поэтому мы отходить не будем. Один-один, мы уже с тобой уберемся. Блин, вот у них широкий хват. Делаешь откат назад, они все равно попадают. Не очень это, не очень это хорошо, знаете ли. Все, ящерки. Оф. Ну, тогда... Так, взять. А вот и сумка. Сумка наша, содержимое пацана. Кстати, мне вот интересно, можем ли мы... О, охранник. Давай, давай, извини, но вот прикинь, вот жила ты тут, никому не мешала. Какому-то дядьке сбрело голову послать какого-то овцепаса, я не знаю, фермера с булавой огненной взять твои яйца. Вот, извини, подруга, мы их заберем. Наверное, даже лишние взяли. Ну что там у нас в сумочке? Подожди-ка. Так, кстати. Все у меня тут изучено. Да. Сумочка. Нет, это части статуи. И чё? Просто сумка исчезла? Блин. Ладно. Сумка просто исчезла. Давайте сейванемся. Это будет самым лучшим вариантом. И... Муравка.
Знаете, мне вот эта вот вещь интересует. Но я уже отсюда вижу. Да, мы туда не заберемся. Текстуры тут такие. Не Skyrim. Не Skyrim, не поползать. Отлично. Два квеста одним разом. Блин, бегал две серии подряд. Искал эту хрень. Будьте вы прокляты, эти жабоящеры. Что там такое в воздухе висит? Лол. А, это грузы у вас там такие. Я думал, чувака подвесили. Блин, прикольно. Знаете, я наконец-таки... До меня дошло, на что эта игра похожа. Да, конечно, на Warcraft она смахивает, вы заметили, но... Поскольку тут нету системы таргет-ассиста, то есть я не выделяю таргет, я бью по всем. Есть такая замечательная игра, как... Обливиан. Ой, не Обливиан, а... Как это? Ну, вы поняли, в общем. Как дела, приятель? Да, кстати, иди сюда. Сейчас, секунду, ребята, скажу. Неприятные они, эти жабоящеры, да? Не такие неприятные, как некоторые местные. А? Что? А, что? Так вот! Сейчас. Нет, не Skyrim онлайн, а как эта игра называется? Недавно вышла. Короче, это от создателей Skyrim'а, да ладно, я забыл, серьезно. Ладно, вспомню, потом скажу. Там тоже, если вы помните, я играл в бету, показывал вам, когда раздавали на один день. Там тоже нет системы таргета, то есть очень интересная игрушка мультиплеерная, ММО. Так. Вот твоя сумка. Прекрасно, командир, прекрасно. Содержимое мне, сумку тебе, а так? Прекрасная сумка с золотыми узорами. Даже твое имя на ней вышито. Ты у нас, стало быть, Борон? Что? Какой Борон? Не может быть. Ну я тогда самого Борона и спрошу. Командир, постой! В этом нет никакой необходимости. Так, 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 600 золота. Золото, золото. Ясно. И чё? Химические рецепты какие-то. Всякая хрень. Понадавали мне. Так, ладно, уважаемый. Спринтим, спринтим. Что тут у нас? Оп, 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 оп. Ладно, спи дальше. Куда тут по квестам? Сюда. Ты кто такой? Убирайся. Да, убирайся, лысая башка, дай пирожка. Так, вот, я тебя уже запалил на карте. Че, ты в домике в этом? Назад, вот, отлично, стоять. Вот твои яйца! Вот твои яйца. Доволен? Ты делаешь это не для меня, а во благо Черноводья. И ты, мой друг, доказал, что его интересы тебе не чужды. А да ладно. Опа! 19-й левел. Теперь мы можем поговорить? Да, теперь можем. Чего ты желаешь знать? Чем ты здесь занимаешься? Я пришел в Черноводье уже довольно давно. Это место буквально заворожило меня с первого взгляда. Именно здесь я обрел покой и смог наконец расстаться с прошлым. Дурные сны оставили меня. И в тот же миг я понял, что мне суждено остаться здесь. Что у тебя было в прошлом? Это долгая история. Я раньше был паладином и участвовал во многих сражениях. Теперь я очень сожалею об этом. Теперь я делаю все, что могу во имя добра. Да и потом, Черноводье нуждается в моей помощи. Так он у нас паладин. Ага. Паладины убили мою семью. Что ты можешь рассказать мне о них? А, ну тогда ты понимаешь, что я хотел сказать. Фанатизм и нетерпимость паладинов крепнут с каждым днем. Робор ведет их не тем путем. Прими мои соболезнования. Я скорблю о гибели твоей семьи. А Черноводье действительно нуждается в твоей помощи? Я чувствую себя обязанным помогать этим людям. Они живут словно бабочки-однодневки. Ни морали, ни общественного сознания. Я делаю все возможное для обеспечения безопасности и поддержания порядка. Увы, не все понимают необходимости этих мер. До местных все доходит ужасно долго. И что ты делаешь в том случае, если до кого-то не доходит совсем? Тогда им приходится уйти.
Паршивые овцы портят все стадо, а я таких распознаю быстро. Для этого я и подвергаю испытаниям всех чужестранцев. А что ты предпринимаешь в том случае, если кто-то отказывается уйти по-хорошему? О, я противник насилия. В свое время его было в моей жизни предостаточно. И я не хочу к этому возвращаться. Оно слепляет и туманит разум. Но если уж меня переполняет праведный гнев, то горе тому, на кого он падет. Я не потерплю в Черноводье ни насилия, ни проявлений порочности. Попомни мои слова. Какой опасный. А что ты думаешь о магах? Они не ценят того, что я делаю для Черноводья. Им бы следовало поговорить со мной. Но они меня просто игнорируют. А я многое мог бы сделать и для них, и для их дерева. Я смог бы поддержать их и защитить. Что-то как-то особо и смысла нет, что я с ним поговорил. Так, ладно. Скрытность. Стрельба, здоровье. Ну, в принципе, это что у нас? Выносливость, здоровье. Стрельба, выносливость. Я не знаю, давайте мощь до конца доебошим. По полной, просто вкачаемся в танк. О, вот так вот. Так, что у нас? Новые квестики? Отлично. Квестики я люблю. Привет, дорогуша. Тебя часом зелья не интересуют? А что, ты в них хорошо разбираешься? Не то чтобы слишком. Это у меня так, скорее хобби. Но в любом случае, прежде чем я тебя чему-то научу, я попрошу тебя об одолжении. Ну понятно, что даром ничего не делается. Что тебе нужно? Меня снова беспокоят суставы. Все это проклятая влажность. Чёртовы болото. Я знаю рецепт мази, которая могла бы мне помочь. Но для нее мне понадобится дюжина паутинок болотных пауков. Собери мне эти паутинки, а я за это научу тебя, как варить полезные зелья. Знаешь что, паутинки я уже собрала, да. Что ж, я с радостью помогу тебе, если ты научишь меня паре рецептов. А где мне найти этих болотных пауков? Они живут на берегах прудов и у еланей. Они опасны? Нет, совершенно нет. Это маленькие, совершенно безобидные паучки. Но сети они плетут очень большие. Ладно, я посмотрю. Если найду паутинки, которые тебе нужны, то соберу их и принесу тебе. 3 из 12? What the fuck? Оказывается, вот зачем тут паутинки. Какого ты мнения о Либоросе? Он как раз то, в чем нуждается Черноводье. Справедливый, несгибаемый, волевой. Он обеспечивает порядок, мир и безопасность. Он гарантирует нам порядок, мир и безопасность. И заботится о нашем благополучии. Мне вот, например, он принес полдюжины яиц жабы-ящеров. И из них вышел просто огромный омлет. Яйца жабы-ящеров. Ты представляешь? Он такой смельчак. Похоже, что Либорос пришелся по душе всем жителям деревни. Не всем. Борон, Шейкс и некоторые другие его недолюбливают. И все же я надеюсь, что он задержится у нас надолго. Ну вы поняли, какой он у нас смелый, кто принес жабоящего яйца. Кажется, кто-то кому-то подкатывает, да. Что ты можешь рассказать мне о Бороне? Очень ненадежный и скользкий тип. Перекупает и перепродает все подряд, до чего руки дотянутся. Либорос не поощряет. Что случилось? Йоу, игра, what the fuck? Ну, блин, ребят, игра крашнулась, надо перезапускать. Сейчас, подождите минуту. Слава богу, она хоть сейванулась. Так, давайте сделаем сразу сейв. Так, что у нас? Level up. Давайте сразу поднимем мощь. Дополна мощь. Так, сейчас по-быренькому с тобой поговорим. По-быренькому это примерно вот так. Да, мы быстро все читаем. Нет. Да. Паучки, они совсем не опасны. Кто такой этот? Ой, мы уже все знаем. Надо же, как быстро. Русское сообщество. Только мы так быстро читаем. Что там? Руководство, как пользоваться. Что случилось? Понял, ничего не случилось, все хорошо. Ну что, удалось раздобыть?
Уважаемый... Не трогай твоих пауков. Что ты можешь рассказать мне о Шейксе? Это он... мы тоже знаем. Кью... Там потом мы потом пойдем. Так. Что ты думаешь о... На... Так, паучки мы там и... тоже разобрались. Отлично. Там мне бы хотелось взглянуть на твои товары. И мы все продаем. Продаем. Наверное, игра зависит от того, что мы разбогатели до нереальных высот. Я, кстати, так и не посмотрел, сколько мы там заработали в тот момент. Но ничего страшного. Все продадим. Все нам не надо. Так. Ага, все при мне, славно. Стоять. Куда ты спряталась? Вылазь давай. Мне... Так, вот меч, пожалуй. Ну не надо, не надо ты нам. Так, всякие говные щиты. Ну, минус, 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 минус. Это хрень, хрень. Хрень, хрень. Ну, раз я вот это, в принципе, все не ношу. 25 щитов. Возможно, когда-нибудь оно мне пригодится, но поскольку я даже не знаю, что это, вот я только щиты ставлю. И вот это вот талисман удачи. Это мы не можем продать. Свиточки. Свиточки эти мы изучили, они нам не нужны. Стрелы хреново туча. Древние луки. 12, 7, 12. Я что продал? Я продал 26! What? Купить назад, извиняй. Вот это я вот... Так, стоп, а если... Ладно, лук оставим. Они там, по-моему, так не делаются, как надо. Зелья, баночки всякие, шапочка вон она соломенная. Итого у нас 12 938 золота. Хо-хо, подняли просто с куста. Целый час убили на подземелье, ну теперь мы богаты. А, кстати, что у тебя есть? Я так и не посмотрел. Давай мне посмотрим на твои... Стоп, не надо нам. Это может... Что? Так, магические знания, стрелы. Навозный осыват. Яд этих животных обладает магическими свойствами. Она позволяет установить связь между стрелком и целью. Я разработал заклинание, которое из... Да чё... Трактана, некого Твуртуса Максимуса. Оу. Так. Окей. Что нам это даст? В принципе, наверное, ничего оно нам не даст. Это кольцо души дуба. Доспехи, здоровье, ближний бой. Восстановление здоровья плюс один. 5000 золота! Подруга, подожди, я запомнил. Я запомнил то, что у тебя есть вот такая классная вещь. Так, зелье маны, это нам не интересно. Химический рецепт, так, волшебные силы. Стероиды пока что нам не нужны. Мастерства, рецепт супа. Ладно, колечко души дуба это интересное. Мы потом к тебе попозже заскочим. А у нас колец-то и нет. У нас колец-то и нет. Знаете что, давайте мы сейчас со всеми поговорим, а потом мы к тебе зайдем. Если что, мы колечко-то и возьмем, да? Да. Нам колечко это надо, потому что здесь их вообще нет. Я наверное, кажется, их продал. Но... Просыпайся, бомж! Искатель приключений. Родственная душа, можно сказать. Привет! Ты это мне? Ну, конечно! Слушай, я пришел сюда еще до войны, чтобы найти один легендарный артефакт. Ну и? Ты его нашел? Ха-ха, если бы. Нет, я нашел разве что болотную лихорадку. Уже потерял счет неделям, сколько с постели встать не могу. Ты только что с ней встал! Но мне очень нужен этот артефакт. И что же это такое? Легендарный потир. Он бы прекрасно смотрелся в моей коллекции. Что за коллекция? А что мне за выгода, если я найду для тебя этот твой потир? Я научу тебя, как изготовить один очень полезный амулет. Да? Ты умеешь изготавливать амулеты? Да. Много лет назад меня этому обучил один кузнец в Харинисе. Ладно. Ладно, что тебе известно об этом потире?
Его нашел в своих странствиях знаменитый маг Ватрас. Он назвал его «Водяной потир». С ним он отправил в ту ушу своего ученика. Предполагалось, что этот потир будут изучать. Ну и что с ними в итоге случилось? Он потерялся. Ученик Ватраса так и не добрался до Туушу. Я хотел было пойти по его следам, но эта проклятая лихорадка... Я уже находил один потир. Ты случайно не этот имел в виду? Глазам своим не верю. Легендарный водяной потир. Я уже квест сделал. Прими вот это в знак моей благодарности. Да, чаша для воды, вот что это было. Ладно. А что ты делаешь здесь, в Черноводье? Я исследователь и первооткрыватель. Собираю сокровища и артефакты. Собственно, вот за этим я и здесь. Ну, лиховато, я прослышал в Ситарифе о водяном потире и немедля поспешил в путь. Но тут началась эта чертова война, а я подхватил лихорадку. И теперь я тут застрял. Ни домой не могу вернуться, ни заняться поисками потира. Это просто ужасно. Ты из Ситарифа? Да. Там у меня дом. Там же находится и моя коллекция. Я слышал, что Ситариф был осажден этим проклятым королем Мертаны. Надеюсь, что моя коллекция не пострадает. А что у тебя, болотная лихорадка? Ага. Уже несколько недель как. Я на ногах-то стоять не могу. Не то что ходить по экспедициям. Ну, я теперь только что с ног встал. Наверное, я... Иисус! Опа! Что это? Тупой нож. Я не знаю, зачем он тебе тут нужен был. Коллекция твоя хороша. Да, не... Опа, за только что нашел, что это? Статуэточка, статуэточка. Так. Значит, как мы... дела, приятель? Не, не пойдет. Ну ладно, как хочешь. Опа, а вот еще один квестик, еще один квестик. Под гоночку, как мы любим. Побежали, побежали по ступенечкам. Чужак? Здесь? What the fuck? Ты кто такой лысый? Чем больше я узнаю, тем больше мне учим себя ощущаю. Парадоксально, не правда ли? А, с этим лысый башка дай пирожка мы уже как-то мило душевно поговорили. Нет времени. Ну, как хочешь. Так, значит, подземелье. Узнать, что он тут чуть не спалил. Воды. Интересно, ему тут вообще хорошо живется? Так, квест. Квест на улице, этот под землей. Воды. А чё вы боитесь? Ну, спалил бы он тут. Ого, это чё, бомба? Ты хочешь тут всё взорвать? Ребята, вы чё тут делаете? Йоу! Ничего не трогай! Не беспокойся. Я не настолько глуп, чтобы трогать инструменты мага. Умничка! Дай-ка я угадаю. Это тебя ведьма прислала? Так. Ну, давай. Меня прислала Гелана. Я должен проинформировать тебя, что после очередного взрыва тебя вышвырнут на болото. Не о чем беспокоиться. Эксперимент завершен. Что? Моя миссия завершена? И не будет драки? И ничего такого? Отлично, тогда я отправлюсь на встречу с магистром Мердарионом. С Мердарионом? Это вряд ли. Гелана тебе не позволит. Она так и дальше будет посылать тебя с поручениями только и всего. Почему я не удивлен? Я могу помочь тебе стать членом братства Туушу. У тебя будет доступ к отличному снаряжению и многому другому. Но взамен я потребую с тебя плату. Тебя интересует мое предложение? А чего тебе надо? Чего тебе надо? Соломенная шляпа. У меня ее сперли орки. Она мне нужна. Очень нужна. Шляпа? Соломенная шляпа? Ты что, издеваешься? А ты чего ожидал? Спасение принцессы? Ну ладно, не хочешь денег, найду другого лакея. Какая вежливость и обходительность. Я тебе нужен. Ведьма-то нипочем не пропустит тебя к Мердариону.
Так, шапочка-то у нас есть, но вот... Ребят, по-моему, шапочку кто-то другой потерял. Подождите-ка. Так, уважаемый бабуль тут. Знаете что, давайте мы сделаем сейф. И сейчас просто вот сгоняем наверх. По-моему, шапочку можно отдать более другому человеку. А точнее, кому именно она принадлежит. Так, ничего я сделал. Просто давайте поговорим. Ну и что тебе сказала эта жаба? Вултус больше тебя не побеспокоит. Меня? Ну, впрочем, ладно. Он больше не шумит, как раньше, уже хорошо. Значит, ты теперь позволишь мне поговорить с Мердарионом? Нет. С великими магистрами могут говорить только члены братства Туушу. Ты просто использовала меня. Нет, в моей власти принять тебя в наш круг. Но не раньше, чем ты докажешь, что от тебя нам может быть толк. Я шапочку твою нашел. Чего ты от меня хочешь? Кто-то в болоте проводил эксперименты над когтихватами. Один когтихват сбежал, и на нем был магический ошейник, что может скомпрометировать его владельца. А я же ошейник нашел в той серии, помните, понятно, ребят? И мне нужно будет убить этого когтихвата и уничтожить ошейник? Не совсем. Судьба зверушки меня не волнует. А вот ошейник тебе нужно будет принести мне. Я награжу тебя за твои старания. Я уже побывал в той пещере. Когтихват мертв. Что там с ошейником? Ты его отыскал? Вот. Прекрасно. Вот твоя награда. И катись отсюда. Я принес тебе твой дурацкий ошейник. Пропусти меня к Мердариону, наконец. Не так быстро. Сначала ты еще поможешь мне навсегда прогнать отсюда Вултуса. Нужно будет как следует его отлупить? Фу, как примитивно. Нет. Тебе нужно будет отправиться в южную часть болота и выяснить, как на самом деле функционирует алтарь стихий. Это еще зачем? Если получится вызвать очень сильный дождь, то подвал, в котором работает Вултус, окажется окончательно затоплен. И тогда, наконец, в Туушу воцарится мир и покой. Так, а ну выкладывай мне всю правду. С этим алтарем точно что-то не так. Возможно, я упустила пару незначительных деталей. Я почему-то так и подумал. Какому богу посвящен алтарь? Всем троим. Это древняя реликвия, фигура девы с расколотой головой. Возможно, это какая-то забытая служительница богов. У нее расколота голова? Возможно, у нее две головы. Может быть, когда-то у нее было даже три головы. Она слишком пострадала от времени, поэтому сказать что-нибудь наверняка нельзя. Так если погоду изменить невозможно, для чего мне вообще заниматься поисками этого алтаря? Когда мы впервые обнаружили эту статую, она буквально излучала энергию. Но после того, как Вултус влез со своими экспериментами, она растеряла всю свою магию, стала как простая деревяшка. Мы хотели зарядить ее на следующий день при помощи погодного ритуала, но статуя исчезла. Исчезла? И куда она пропала? Ну, великий магистр Нингал отправился со своими людьми в развалины, которые находились за статуей. Когда они вернулись оттуда, то все до единого были седы, как древние старцы. С тех пор нам запрещено ходить к развалинам. Я так мыслю, что их охраняет некая злая сила, которая не дает никому приближаться к статуе. И что, ты хочешь нарушить приказ магистра? Приказ распространяется только на членов братства Туушу. Насколько мне известно, ты в нем пока не состоишь. Но если ты сможешь найти статую и призвать на землю дождь, возможно, тогда ты присоединишься к нам. А ты же вроде говорила, что статуя утратила свою волшебную силу. Может быть, часть своей силы она уже восстановила. Если же нет, то это я беру на себя. О, сколько с тобой проблем, подруга. Подожди. Шапочку ведь вроде тебе надо отдать. А тут у нас еще одна какое-то заданица, Поздравляю! Заданица. Да, спасибо. Опа, баночки никому не нужные. Ты кто такой? Привет. Эй! Да это же моя сумка! Да, на ней вышито твое имя. Ее у меня кто-то украл. Ты украл, небось? Признавайся! Я? Конечно, нет. Я ее нашел в болоте. Сколько ты мне заплатишь, если я ее тебе верну? Я заплачу тебе за нее золотом.
Хорошо, забирай сумку. Давай-ка посмотрим. Эй! Эй! Да она же пуста! Можешь забыть про свое золото. Мы договаривались о плате за саму сумку. О содержимом никакой речи не шло. Получил сумку, давай золото. Постой, постой! Я заплачу тебе вдвое, если ты отыщешь то, что в ней было. А что в ней было? Нордмарский дымок. Очень хороший спиртной напиток. Здесь, в болотах, он очень ценится. Ладно, я принесу тебе твой нордмарский дымок. Так, с ним вот надо будет поговорить. Так, так, так. Ну, ихнее мнение нам неинтересно. Так, ладно. Шапочка, шапочка у нас есть. С этой женщиной проблем на миллион, верите? Давайте вот мы еще раз иванемся на новую запись. Так, давайте-ка мы... Вот что? Ищу шляпу. Награда за шляпу. Так, подождите-ка. А, стоп, это шляпа там. Это у нас... Сумка. Алтарь стихий. Знаете что? Давайте пока... Так, мы сиванулись. Сиванулись. Просто ради интереса. Мы сейчас узнаем. Теперь, что нам дадут за шапочку, ради которой мы бились там хреново тучу раз. Да давай ты беги уже сквозь... Так, я потратил свой эликсирчик последний, имбовенький, ну, бог с ним. Чего? Иди сюда. Шляпка у меня как бы мне есть. Мне нужен помощник, подзаработать не желаешь? Я помогу тебе и достану твою шляпу. Где мне ее искать? В развалинах. Там ошиваются орки-изгои. Ступай через мост на юг, а потом иди на юго-восток. Там путь освещен факелами. Не пропустишь. Постой-ка. Это вообще твоя шляпа? Нет, не моя. Но золото твое. Забирай. Постой. Я же принес тебе твою чертову шляпу. Отведи меня к Мирдариону. Обломись. Чего? Не сейчас. Тут слишком много воды. Магический круг совсем затопило, но... Но... Возле руин находится алтарь стихий. Я выяснил, что примерно раз в пару лет с его помощью можно управлять погодой. Ну и что? Солнце. Вода испарится. Капать перестанет, будет сухо. И тебе от этого будет прок. Увидишься, наконец, с Мирдарионом. А с чего вообще Гелана взъелась на тебя? Эта ведьма вообще ничего не понимает в магии, в отличие от меня. Так она действительно ведьма? Мне просто было очень странно увидеть женщину среди магов. Она волшебница, но ее совершенно не интересуют исследования в области магии. Она не стремится узнавать новое. Ей вообще по-хорошему нечего здесь делать. Гелана волшебница? Женщина-маг? Это не разгневает богов? Ты же ведь не из этих краев, верно? В Ситарифе женщины-маги были не редкостью вот уже несколько веков. А насчет божьего гнева, может, Гелана и есть их наказание нам за провинности? А ты исследователь? Угу. Магия постоянно меняется и развивается. Я хочу создать нечто новое и продемонстрировать этим старым болванам. Новая магия? Последние несколько лет в мире магии произошли значительные изменения. И тому должна быть причина. Но эти глупцы в упор не видят очевидного. Но ничего, я еще переверну с ног на голову их устаревшие представления о магии. Так. А почему ты торчишь в этой дыре? Тут же сыро и неуютно. Здесь я могу спокойно работать, чтобы меня не отвлекали. Эти старые пердуны пусть сидят там в своих креслах-качалках. Мне до них нет дела. Я... ученый-одиночка. То есть они просто прогнали тебя? Вот еще. Я сам попросил Мирдариона. Эти узколобые бараны просто действуют мне на нервы. А что это за штука такая у воды? Насос. Откачивает воду из пещер. По крайней мере, здесь суше, чем на самом болоте. Хотя с потолка все равно постоянно капает какая-то вонючая жижа. А с этим алтарем что-то не так? Ха-ха! Верно подмечено! Какому божеству посвящен алтарь? Никакому. Это очень древняя реликвия. Мы ее нашли несколько лет назад. Выглядит как дева с расколотым черепом. С расколотым черепом? Ага. Ну, или у нее просто две головы. Сложно сказать.
Она очень сильно пострадала от времени. Мы попытались изучить ее как следует, но Гиллана лажанулась и призвала очень густой туман. Он рассеялся только сегодня. Так что, погодой, выходит, все-таки можно управлять? И зачем ты меня туда посылаешь? Статуя была полна маны, но из-за косяка Гилланы она вся ушла. Мы хотели перезарядить статую на следующий день при помощи специального ритуала, снова изменить погоду. Но статуя пропала. Пропала? По-моему, ты что-то от меня скрываешь, нет? Нингал и его болваны полезли в руины, что за статуей. Вылетели оттуда, как ошпаренные. После этого он запретил нам соваться в руины. Сокровища, могучие стражи, злые силы, ну, вся обычная туфта в этом роде. А как же я туда сунусь? Черт с ней, с опасностью, но как быть с запретом? Ты не один из нас. Нингал тебе слова не скажет, остальные тоже. Достань статую и заставь солнце сиять на небе. Тогда получишь то, к чему стремишься. А ты разве не сам говорил, что статуя потеряла силу? Это было давно. Сейчас она должна была уже восстановить ее хотя бы частично. Если же нет, скажи мне. Так, о, ребят. Новенький. Новенький. Педорог. Так, ребят, у нас выбор. Либо мы вот эту слушаемся тетку, что, в принципе, мне не нравится. По этому пацана рассказам больше я верю ему, потому что, черт возьми, она лажанулась. Из-за нее тут херова туча туманов. Охренеть, еще не сдох, потому что я кое-что вот тут видел. Что это тут чужак? У нас такое? Здесь? Пила. Пилу возьмем. Так, бинты. У нас два бинта осталось, ребят. Так, с тобой мы позже поговорим. Ты нам пока не интересен. Мы пойдем дальше. Нам надо сейчас вот выбрать. Либо солнышко, чтобы везде было красотень. Либо мы его затопим. Шапочка, кстати, была Гиллана, опять же. А мы и отдали. Я не знаю, зачем. Господин! Господин, полюбасу. Так, я туда вообще иду? Туда, давайте нас сквозь. Вроде бы я то помещение уже зачистил. Кстати, паучки, паучки. Так, 4 из 12. Славненько, славненько. Сеточка нам нужна. Да ладно, какого хрена вы тут пасетесь? Я же тут ходил миллиард раз. Давайте дохните. Оп, оп, оп. Еще атака. Теперь пошли в бой. Не надо меня атаковать. Уклон. Блин, какашками все равно кидаются, а? Какахи, какахи. Пошел отсюда. Так, лады, побежали дальше. Что там? Нет, цветочек показалось. Вот там вроде бы... Они еще живы. Но не хочу я их... Да, блин, нам туда. Давайте их обойдем. Я не хочу их трогать. Оп, оп, паркурчик, все дела. Оп, по деревьям. Прям как Тарзан. Славненько. Итак. Опа. Сонька! Что ты тут делаешь? О, настоящий гражданин Стюарка. А, точнее, Зена. Я забыл уже. Ты? Что ты здесь делаешь? Да, я. А ты что, следишь за мной? Мне нужно кое-что сделать для магов. И мне тоже. Пошли, поможешь мне со статуей? Что не так со статуей? Нескольких частей не хватает. Возможно, эти тупоголовые орки раскидали их по округе. Они могут также быть и в руинах. В этом дьявольском месте? Да ни один орк не отважится сунуться туда. А я вернулся. Угадай-ка, что я нашел? Вот дьявол. Ну ладно, давай сюда. Да, еще кое-что. Раз уж я нашел все эти пропавшие части, то и погоду я буду выбирать. Посмотрим. И что ты задумал? Подожди. Значит, бог с этой шляпкой? Давайте сделаем новую запись. Походил везде по всем пещерам, ребят, не вот не зря, верите? Все квесты сделал просто, наперед. Это хорошо. Так, давайте сначала мы сделаем вариант номер один. Мы затопим его, просто вот ради интереса. Вообще за то, чтобы было солнышко. Солнышко я люблю. Эй, ты что? Так, я хочу ливень. Ливень. Холодный и унылый ливень. Неправильный ответ. Мы зажжем солнце. Это мы еще посмотрим. А, так ты из тех, кто любит строить из себя крутых? Ладно.
Если победишь меня в схватке, можешь устраивать свой потоп. Драться с тобой? Но ты ведь женщина. Я не могу. Это же будет нечестно. Да не бойся ты так. Я буду драться в полсилы. Защищайся! Грядут большие неприятности. Давно этого хотел. Саму Зелу отрыть? Блин, она, знаете, пол хп мне уже сняла одним ударом. Ну, у меня тут бесконечные удары. Все погорело. Хватит! Похоже, я тебя недооценила. Что ж, твое счастье. А не то, ты уже был бы мертв. Хо-хо-хо-хо-хо. Эй, я тебя уже раз отделал. Ты не забыла? Хм. Давай уже собирай статую. Ладно, ладно. Твоя взяла. Итак. Вот она, наша статуя. Что-то тут у нас головы. Собирает, да? Собирает. Делает, что-то ковыряет. Ну, давайте подождем. Ага. Ничего не изменилось? Ну да ладно. Много лет минуло с тех пор, как смертные последний раз молились у моего алтаря. Туман, солнце, дожди. Чего ты желаешь? И путь Инус, пошли там солнце, дожди. Давайте дожди. Пусть Белиар пошлет нам дожди, но не слишком усердствует с молниями. Ты можешь выбирать лишь единожды. Уверен ли ты в своем выборе? Я соеванулся, мне пох. Я молю о дожде. Да будет тебе по слову твоему. А вот и дождик. Вся эта штука с дождем. Ничего личного. Я запомню твои слова. Да, видите, я как бы и с ней тоже посылался, а мне она очень понравилась, вот эта вот... Эмобойка, блин. Так, ладно. Я не знаю, куда этот портал меня приведет, но давайте не воспользуемся. Чисто ради интереса. Чисто ради интереса. Ох, какие у нас долгие серии получаются, оно и к лучшему. Я что-то не так часто их стал записывать, ребят, извините, но... Зато их много, точнее, они долгие. Вултус почти утонул. Прекрасно, просто прекрасно. Нора Вултуса затоплена до самого потолка. Бедняжка Вултус, жаль его. Ну и это еще не все. Благодаря ошейнику, который ты для меня нашел, я сумела доказать совету, что Вултус занимался магическими исследованиями в области подчинения разума. А это строжайше запрещено. У совета не осталось иного выбора, кроме как конфисковать все его материалы, компоненты заклинаний, фолианты, все. Так ошейник принадлежал Вултусу? О, да. Его волшебную подпись не спутать ни с чем. То есть ты с ним покончила? Теперь он ошивается снаружи вместе со всем этим немытым сбродом. Отличная работа, хвалю. Так ты, наконец, позволишь мне поговорить с Мердарионом? Только в качестве исключения. Вот печать Туушу. Покажи ее Каламусу, и он позволит тебе войти во внутренний круг. Великого магистра воды ты найдешь прямо над святилищем. Отлично. Постой. Печать удостоверяет твою принадлежность к братству Туушу. А наши братья не должны своим видом напоминать нищих оборванцев. Так что сперва подбери себе приличную одежду. От такого предложения трудно отказаться. Опачки, новые доспехи. Так, надо подумать. Ну да, мы вот эту пока возьмем. Просто вот интересно, как она у нас... Так, ладно, а что тебя, браток, затопило? Бедняга. Да. Так. Автосейв. Дерево знаний. Да, загрузить. Надо мне... Теперь попробуем подчинение разума. Вот это, конечно, интересно было. Может, он хотел эту тетку себе подчинить?
Задница! Так, нет. Что-то мы рановатенько. Дерево древних, дерево знаний. А, в принципе, оно одно и то же. Да, мне надо искать то, что не автосейв. Вот оно. Давайте заценим. Я хочу солнышко. Солнце, яркое и палящее. Неправильный ответ. Устроим ливень. Это мы еще посмотрим. А, так ты из тех... Драк... А, да так не... ты у нас по любасу... То есть мне тебя нужно будет отырить. Дождь это или солнце? Ну, ясно, игра так построена. Мне просто интересно было. Нет, уклон. Ау, блин, слушайте, нехило она так зарядила, да? Ладно, сдавайся. Так, ну мы сейчас все знаем. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, конец. Теперь мы, в принципе, можем сразу к ней подойти, поговорить с вратарем. Много ли чего? Чего я желаю? И пусть и нас даст нам пусти солнце. Уверен, дай нам дай. Солнце. Да-да. Солнышко? Ну, что-то я как-то особой разницы не заметил. Туман все равно, но вроде стало солнечней. Да, солнечный стало, вот только солнце не появилось на небе. Ну да ладно. Так, давайте-ка теперь пойдем посмотрим, что уже у нас там случилось. Так. Как же долго она телепортирует, а? Я думаю, уже пешком быстрее подошел. Так, ну чё? Не хочет даже со мной говорить. Ну ладно, бог с ней. Пошли к этому мужичку. Если он нам, в принципе, предложит все то же самое, знаете, женщины, такое создание. Лучше с мужиками. Вы не подумали, я не о том договариваться. Так. Отличная работа. Теперь твой черед. Если ты мне голову морочил все это время, пожалеешь об этом. О, не беспокойся. Я нашел несколько волос в шляпе Геланы. Они как раз были мне нужны для моего эксперимента. Шляпа Геланы? Так я принес тебе шляпу Геланы? Разумеется. Ты только сейчас догадался, зачем она была мне нужна. Заклинание подчинения сработало. Ведьма теперь послушна, как собачка. Наконец-то я смогу работать в тишине и покое. Ведьма? Ты имеешь в виду Гелану? Ага. Можешь забрать у нее печать братства. С ней ты получишь право войти во внутренний круг, где находится Мирдарион. Просто покажи печать Каламусу в библиотеке. Я тебе говорю, Гелана мне улыбнулась. Я чуть в штаны от удивления не надул. Тут что-то не так. Так, воды. Водичка. Ват? Кровавый алтарь. Подожди-ка, подожди-ка. Что это тут у нас? Мужичок, подожди-ка. Ты не очень-то хорош, я смотрю. Как это она так? Хм. Трудно поверить. Неужели... Слушай, а ты реально плохой человек. Да. Значит, мы сейчас... Одну минуту, ребят. Ох, ребят, ну что ж. Я, в принципе, сделал все. Я купил кольцо. Также мы, чтобы потом в дальнейшем не напрягаться, взял стрел, который наносит на 30% больше плюс 4 стрельбе. Также... Я не отдал тому мужику шляпку, и мы все же последуемся вот этой женщине. Потому что ну, тот чувак реально плохой. Так, да, сейчас мы все сделаем. Я... Что то вот. Я... Так, с ошейничками. Так, это правду все выкладывай. Когда мы... И что? Конец. Так, теперь мы идем, как говорится, сюда. А мы настолько, кстати, быстро сбегаем, что вы этого даже не заметите. А все знаете почему? Потому что мы уже... Ох, ребят! Их херово, их тут туча, если честно. Пока я до сюда дошел, нагрел всех мобов, которых только можно. Блин, какахи, опять какахи. Ну ничего, сейчас у нас мега броня будет. О, да.
Мега броня. Так, славно. Все, значит, сейчас мы еще подхилимся. Я, кстати, бинтов прикупил 24 штучки. Сейчас подойдем к ней. Здорово, Зенка. Как поживаешь? Ты? Да. Да. Что статуя, они... конечно, Волков, я же все да. понаходил. Конечно же, хочу солнышко. Не... Это мы еще посмотрим. А, так ты так, из тех, кто любит строить из себя крутых. Ладно. Драться? Да в принципе, не защищать. В принципе, без разницы, что я сказал. Потому что я буду взять дождь. Что-то не то нажал. Ну да ладно. Ты что, повисла? Ну ладно. Так. Мне нужно будет ее избить. Это интересно, если честно. Ну да ладно. Так, теперь я хочу то, что хочу. Да, собирай, давай. Конец, идем к этой статуе, она резко появляется, быстрее, чем она к ней дошла. Да, чего я хочу? Так, пошли нам дожди. Пусть бери. Потому что солнца у нас нету. Я. Да. Все, отлично, типа затопило. Идем телепортироваться. Это же болото. Почему бы нам дожди тут не устроить? Заодно, наверное, мы сейчас той тетеньке и шляпку отдадим. Но вы понимаете, тот чувак культист. Культистов мы ненавидим. Эту гребаную секту мы вырезаем во всех городах, где она только есть. Ясно? Ясно. Так, все, иди сюда, женщина. Я принес твою шляпку. И мы затопили, типа, да, мы затопили? Затопили, славно. Иди сюда. Да, да, бывает. Прекрасно. Бить. Ну и благодаря. Да, да, а да, это да, у сове... Так аж... О, да. То есть... Теперь отлично. Так. Так ты на... Только... Отли... Постой. Она ж так что... От такого... Отлично, берем броню. Кстати... Я занята. Так, сейчас, секундочку. Ладно, с вами, конечно, шляпка у нас, в принципе, останется. Хотя мы могли бы, в принципе, сдать и... Золотишко получить, но... Блин. Ну ладно. Все, ребят. Все остальные квестики мы поделаем потом. Серия и так у нас большая получилась. Ух, какой викинг. Йоу. Осталось только шлем поменять. Тут еще у нас парочка квестов интересных, которые мы там с бухлом, с магами. Сейчас мы туда пойдем наверх. Ну, в общем, ожидаем следующей серии. Ну что ж, ребят, увидимся мы с вами уже на ночном стриме, который у нас будет 13 числа в ночь, в час ночи по МСК начало. Всех вас буду ждать. А с вами был Виги, мы играли в Готику 4. Слушай, свали уже, а? Ладно, выхожу. Всем пока, ребят.